Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Помазание Давида. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, наполни рог свой елеем, и пойди, я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, мирен ли приход твой? И отвечал он, мирен, для жертвоприношения Господу пришел я, осветитесь и идите со мною к жертвоприношению. И осветил Иессея и сыновей его, и пригласил их к жертв. Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею, никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иессею, все ли дети здесь? И отвечал Иессей, есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иессею, пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. Послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его. И почивал дух Господень на Давиде с того дня после. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.